Снег, туман и сильный ветер ожидаются сегодня на большей части Казахстана. Штормовое предупреждение объявили в 11 регионах страны. Низовая метель ожидается на севере, западе и востоке республики. Ветрено в Мангыстауской области. Туман и гололед прогнозируют в южных регионах. В столице также метель и гололед. Отмечу, коммунальные службы переведены на круглосуточный усиленный режим. На республиканских трассах продолжаются снегоочистительные работы. Задействовали свыше 450 единиц спецтехники для оперативной обратной связи. С водителями действует единый круглосуточный колл-центр 1403.